Досуговый центр «Мечта» предоставляет подросткам и молодежи возможность развивать свои таланты. Здесь каждый выбирает подходящую для себя секцию, кружок или спортивный класс. В тренажерном зале ежедневно собираются любители спорта. Можно всегда провести продуктивную тренировку. Я считаю, что тренировки, особенно в нашем возрасте, являются главной составляющей нашего образа жизни, потому что в здоровом теле здоровый дух, тело – это крепость нашей души. Я считаю, что эта тенденция должна сохраняться на протяжении долгих лет. Ребята тренируются самостоятельно, выполняя непростой комплекс упражнений. Спортсменам хочется как можно быстрее добиться желаемых результатов. Мы можем сами, в принципе, составить себе программу, потому что мы читаем литературу бодибилдерскую, и, в принципе, тренинг нам не требуется. Ну, было бы неплохо, конечно, если бы сюда поставили бы человека определенного. Приятно отметить, что поселенческая молодежь стремится вести здоровый образ жизни. Только вот тренажерный зал не может вместить всех желающих. Молодые люди у нас студенты, я их очень люблю. Они занимаются, приходят вечерами. Сами положили ковролин в тренажерном зале. Ну и хотят сделать даже косметический ремонт. За счет того, что сюда ходит большое количество людей, нам иногда не хватает пространства, иногда не хватает количества тренажеров. Но благодаря нашей администрации, которая решает этот вопрос, нам выделяют средства на нового тренажера. И благодаря нашему энтузиазму мы всегда здесь поддерживаем порядок. Подготовка к Новому году в центре идет полным ходом. Совсем скоро посельчане смогут увидеть выступление театрального коллектива. А пока его участницы только репетируют. Я занимаюсь в народном коллективе «Летечка». Мы учимся петь, танцевать, играть на инструментах различных. Очень нравится, интересно. Я хожу в театральный кружок, а мы тут ставим сценки. Я была Бабой-Ягой, цыганкой, а в этом году я Снегурочка. Я много читала этой роли, мне она очень нравится. В ближайшее время в работе центра произойдут некоторые изменения. Это связано с его реорганизацией. Сейчас мы соединяемся со спортом, и я думаю, что кружки у нас останутся прежние, которые работали, и еще добавятся коллективы. Администрация нам в этом очень хорошо помогает, вот, и я думаю, что мы будем процветать дальше. Лариса Вольнова, Алексей Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.